Слушай, Юля, а ты, может быть, свяжешься с Алиной еще раз? Уточнишь? Или, ну да, уточнишь? Ты что там Алина, Леш? Напрямую тогда позвони, может быть? Сейчас приедем домой, а? Приедем, напишем. Ну, она, я ей там петицию это написал. Просто если она как бы там подумала, взвесила, если она решила, что нет, ну, надо тогда искать квартиру новую. Надо ехать сюда, в центральную вот эту часть, мне кажется, и идти прямо вот вдоль этих всех улиц. Не знаю, вот здесь мы были, с тобой нет. Это не столичный там, кстати, универмаг, он красный светится. Нет. А вон там. Интересно, нет, наверное. Вы не местный, да? Ну да. Откуда? Сложно сказать, откуда. Изначально из Москвы. А вот это центры района, какие здесь называются? Алатауиски, это центр? Каждый район свой центр есть. Ну вот здесь, вот где мы, вот здесь Золотой квадрат, это какие районы? Здесь Саяхат называется район. Мы сейчас в Золотом же квадрате, да? Так называемом Золотом квадрате. Ниже Золотой квадрат. Чуть-чуть ниже, да? Да. Смотри, рекламу вон крутят, это зона справа. Смотри. Что-то крутит. Ташкентская выше Золотой квадрат. А, ну вот через салон. Это уже станция метро. Да, да. Как-то вот он. Раймбек станция метро. Конечная станция. Раймбек Батор. Раймбек Бека. Да. Блин. Это нормально нельзя сделать в этом поисковике. В каком? Ну вот в крыше в этой. Не знаю. Ну крыша недоделанное приложение, конечно. Не доведено до ума. Фильтров нету нужных. Объект, когда выделяешь, он тебе не подсвечивается вместо синего светло-синим. Хрен пойми, каким он цветом выделен. Не видно. Вот. Фильтры сбиваются, если ты хочешь сбивать. Ну, в целом, хоть так, понимаешь, работает. Это тоже неплохо. Хотя бы так. Потому что турецкие, помнишь, приложения были? Турецкие вообще жесть была. Да. Вообще туши свет. Тут, по крайней мере, хотя бы он хотя бы более-менее адекватно работает. Хоть и функции не все есть. Но он не вылетает, не слетает, по крайней мере. Можно было, да, усовершенствовать, есть куда расти. Особенно, когда попользовался, Луциан удобен, кажется. Авито лучше. Ну, они раньше тоже не были такие, и Циан, и Авито, они тоже были такие сырые. Да сейчас они уже довели до ума их, стало удобно. Раньше точно так же и было, я думаю. Ну, в Циане, кстати, тоже, когда щелкаешь по квартирам, они тоже, знаешь, подсвечиваются, ну тоже синяя и чуть вот как вот, синяя и чуть светлее, тоже надо приглядываться, щелкал ты эту квартиру или не щелкал, непонятно. Хуже? Ну, не хуже, немножко другое. Ну, в любом случае, здесь нет ни Циана, ни Авито.
Вы же не пользуетесь Циана Авито для поиска? Циана Авито приложение не пользуетесь для поиска недвижимости? Вы даже, наверное, такие не слышали, да? Кроме вот как на крыше, где-то еще можно смотреть? Знаете? Объявление, да? Да, по недвижимости. Может, еще есть какое-то? OLX есть. OLX. Ты не скачивал или OLX? Скачивал. Приложение тоже, да? Там тоже есть объявление. Основная крыша. Основная крыша, да. Но все равно вот этот вот дом, где мы живем, это далеко. Вот смотри, мы уже проехали какой-то период. Уже едем, знаешь, сколько, сейчас тебе скажу, я же включил камеру здесь. Уже 6 минут проехали, да? И еще показывает 11 минут ехать. Да. То есть это достаточно далеко все равно. Это ниже город. Обалдеть, собака. Сделала фильтр 2 центральных района. Площадь 50-60 квадратов. Не выдается 300 метров. Сейчас ценник по нему. Чего нет? У тебя какая недвижимость стоит? Коммерческая или... Нас каждый раз новую дорогу какую-то везут. Не помню, мы здесь проезжали или нет. Это самый короткий. Ну, у вас так и навигатор показывает коробку. Всякий случай вы ему поморгали, да? Mm-hmm. Вдруг выходить будет? Может, машину, просто да? Ставить. А? Вдруг выходить кто-то будет, да? Может. На крайний случай. Да. Слушай, ну, у меня такое ощущение, здесь не так давно все вообще заасфальтировали, да? Да. Относительно, наверное, недавно. Наверное, лет 10 назад здесь не было асфальта, да? Или был кусками? Может, 10 лет назад, не знаю, может. Нет, этой дорогой мы, кажется, ездили один раз. Опасные эти перекрестки. Фиг пойми, кто здесь прав. Поэтому я люблю круговое движение. Кто здесь виноват? Кто здесь, вернее, имеет преимущество? Вообще, пойди разберись. Там знаки вступаешь. Ну, в центре квартиры они все в пятиэтажках такие. Ну, в Азербайджане мы тоже в пятиэтажке жили, и что? Ну, вспомни, какая она там была. Ну, убитая была. Подъезд убитым. Ну как вот мы ездили туда на окраину, знаешь, смотреть квартиру, где такое это, возле рынка, помнишь? Мне так тоже не нравится. Тоже ерунда какая-то. Может, опять такой частный дом посмотрим, может, еще один найдем? Ну ты же не ходишь за город. С одной стороны, да, я бы... Ну как бы это... Как-то более центрее, как-то было бы приятнее жить все-таки. Ой, что там выглядываешь, Юлечка? Ну выглядываешь. У нас не видно ничего. У нас гор не видно из окна. У нас два равные окна. Окна, но у нас гор не видно из окон. У нас небо видно. Небо видно. Ну
бугор не видно. Да и ладно, город. Нет, в идеале, конечно, вообще бы ничего не менять. Соседи эти непонятно. Люди уже прижились здесь. Осталось 5 минут там ехать. Почему нельзя сделать фильтр по метро? По метро бы я сориентировалась. Девчонки вон бегут через дорогу. Куда эти девушки пошли? Пить пиво. Или газировку. Ноль пять регион — это область. А 0,2 местный? Да, город. Себе, блин, видели, да? Не заметили? Малыш вон проехал на самокате прямо перед носом у машины. А-а-а. Проскочил. Жесть. Ну, правильно говорят, что дорогу на велосипеде и на самокатах нужно переходить пешком. Да. Поэтому и правило такое. Потому что быстро движется этот самокат и велосипед. И водитель не успеет среагировать. Но виноват все равно водитель будет. Даже если бы самокат, мне кажется, переезжал просто по дороге и не по тротуару, все равно виноват водитель. Да, Юль? Да. В любом случае. Как-то тяжело все идет, реально. Все как-то там медленно идет, я не могу понять. Как-то эффективность дня совсем низкая. Такое маленькое количество дел за день мы выполняем. От того, что мы так мало выполняем, плохие чувства. Ну, у тебя не плохие чувства, что ты много спишь, а не то, что мало выполняешь. Ну что это, много сплю-то? Сегодня я встал вообще рано, во сколько? Не начинаю это делать даже. То, что ты спишь по 7 часов, это ничего не значит. Юль, это значит... Все, я не буду обсуждать с кем, давай закрываем. Я и всегда так просыпался. Ну, отлично, и тем не менее, я успевал больше в течение дня. А здесь почему-то все то же самое, у меня ничего не поменялось. Ты что думаешь, я все раньше как-то вставал, раньше, что ли, или что? Но выполнял больше.
Я с тобой не буду вообще ничего обсуждать. Нечего обсуждать с тобой. Какие у меня дела? Ты вообще сказала молчать будешь со вчерашнего дня? Ну, молчать. Так молчу, что болтаешь постоянно. Так не молчат. Молчат прям. И не поддерживают никаких дискуссий и вопросы не задают. Даже по необходимости. Добрались. Вот где велосипедист нас туда остановить. Спасибо. До свидания.